Conti EcoContact 3 европейского производства. Как правило, это сейчас Румыния. Вот эти шины сделаны в 2007 году. Сейчас 2018 год. Соответственно, дату производства вы можете посмотреть на боковой поверхности шин. А так выглядят новые покрышки Conti EcoContact 3. В данном случае это 185/65R15/88T. Что здесь написано? Благодарим вас за выбор наших шин, продукта мирового уровня, разработанного концерном Continental AG. Для эффективного использования автомобиля: первое, применяйте соответствующий обод. Второе, устанавливайте с учетом надписи Outside, наружная сторона на боковине или стрелки вращения. 3. Контролируйте требуемое давление один раз в 2 недели. 4. Не допускайте проскальзывания первые 500 км. 5. Не превышайте скорость и нагрузку, обозначенные соответствующими индексами. 6. В соответствии со временем года эксплуатируйте зимние или летние шины. Температура смены шин плюс 7 градусов. 7. Заменяйте шины при износе протектора до индикаторов, обозначенных надписями TWI. Храните шины на дисках в горизонтальном или подвешенном за диски положении. Шины без диска храните вертикально, поворачивая один раз в месяц. 9. Избегайте резких ударов шины и неровности дороги. 10. Гарантийный срок 2 года со дня продажи, но не более 5 лет с даты изготовления. Изготовитель — концерн Continental AG, сделано в Румынии. Уполномоченный представитель ООО Continental Trade Rus. Москва, Валовая, 28. И вот так вот они выглядят сбоку. Так выглядят те же самые шины через 11 лет.